я думаю, главное пригласить красиво, галантно, тогда все будет отлично. Можно ли пригласить вас на танец? Подходишь к девушке и напрямую говоришь ей, и все. Подать ей руку и можно запросить на танец. Ну, я считаю, что парень сначала как бы должен подойти, улыбнуться ей, вот, пригласить ее на танец. Берешь и приглашаешь, как это? Подойти к ней и спросить, можно с вами потанцевать? Я считаю, что мальчику стоит все-таки подойти к девушке и указать ей знаки внимания, для того, чтобы она поняла, что он подошел не просто так все-таки, и пригласил ее на танец так, как он считает нужным. Честно, не знаю. Ну, если честно, я никогда не задумывалась. Наверное, подойти и сказать, приглашаю тебя на танец. Не знаю. Что ты думаешь? Ну, надо к ней подойти. Возможно, сделать комплимент и пригласить на танец. Даже себе представить не могу.